книги Нова принимает. Оренбургский нефтяник. Счет 5-4 в пользу хозяев. Последние сезоны также был одним из сильнейших на блоке. Атака первым темпом. Владимир Съемщиков, капитан Новый, 6-5. Плюс один у команды из Новокубышевска. Представляете, 3-4 очка, сумасшедший процент. В атаке показал. И еще два эйса оформил игрок Нов. Опытный игрок. 36 лет ему. Ну и является, наверное, главной звездой. Олег Антонов. И Сподобец с задней линии атакует. Уф, опытный игрок. Отличная подача. Но после пас Юрия именно Шпилев не забивает. А вот Зимчонок кладет мяч. Точнёхонько в угол. 15-17 подбираются оренбургские волейболисты. Скоро у нас первая партия будет уже приближаться к концовке. Владимир Съемщиков на подаче. И первый темп от Андреева. Оставляет мяч. Отличная защита. И здесь и блок. Нужно поднимать Досанж за голову на Литвинова. Сейчас Дениса расстроен. Диагональный Новый. Да, Зимчонок расподавался. Антонов с трудом поднял. Первый темп. А Щербаков после короткой передачи на Санжа. 21-20. 21-20. Хозяева выходят вперед. Очень тяжелый первый сет. Максим Шпилев на подаче. К Нове наполовину примерно. Даже меньше заполнена арена. Очень важный розыгрыш очка. Максим Борин, да, помните, как он вышел в замену в первой партии с Елисеем. Сейчас Максим важнейшее очко выигрывает. Ковальников тоже новичок команды. Пришел из Енисея и выигрывает нефтяник эту партию. 26-24. Блокирующий. Но первый темп от Емщикова 3-1. В этих матчах здорово у новокубышевцев сыграл Поздняков. Он набрал 33 очка в двух поединках, 21-м, 13-м, 2-м. Ну, Литвинов во второй игре 13 очков. Столкнулись мы сегодня с сумасшедшим желанием соперников победить. Едва не были наказаны. Дело в том, что эпидемия гриппа была у команды Сургута. Многие футболисты не смогли выйти на площадку. Кто-то вышел с температурой, больной, но вот бились. Ну и, кстати, матч с Енисеем. Литвинов стал лучшим снайпером. 19 очков настрелял. Вторым Шпилев 15, третьим Съемщиков 14. Ну, причем по атаке нельзя сказать, что прям летело супер. У Пьяника 3 поражения на тайбрейке. Причем все дома. Все дома. В борьбе проигрывали и Факелу, и Кузбассу, и Енисею. За счетом 2-3. Волейболисты из Оренбурга. Вот у новые тайбреки. Пока нет ни побед, ни поражений. До пятого сета еще ни разу дело в этом сезоне. Замечено, коллега Скрина не доходила. Там только в первой партии была серьезная борьба. 27-25. Остальные 2-25-19 выиграли. Хозяева шикарнейшая была. Шикарнейшая скидка. Мягкая, точная. Дениса Литвинова. Сегодня мы скидок Досанжа не видим. Проходит сейчас еще некоторые матчи Суперлиги. Вот в Сосновом Бору Динамо. Ленобласть 2 сета у Факела. Ну, у Рябойского выиграла. Сейчас третий начнется. Ну и буквально через 5 минут стартует матч в Белгороде. Досан сейчас, в общем, со своей серии может завершить партию. Ну нет, нет, конечно, первый темп от Андреева. Здесь все было качественно сделано. Передача. Да вот хорошая, пас. Там было 22-14, было, по-моему, 22-15. Да, вот уже 22-18. Еремин. Есть доводка. Досанж на Литвинова. Ну, забить уже нужно. Тоже до пола-то добьет. Досанж. И
снова поднимает мяч. Как же в защите хороши волейболисты «Нефтяника». Что же они делают? И Панов находит руки то ли Щербакова, то ли Курина. Да, 19-22. Вот это защита от Оренбурга. Вот это да. Ну просто фантастика, а. Хозяева на разорванном блоке не атакуют, успевают. Смотрите, постой, ну здесь против одиночного блока. И снова у «Нефтяника» атака. Панов. 20-22. Какое-то сумасшествие здесь в МТЛ-арене происходит. Уже 6 очков Оренбуржцы отыгрывают. Важнейший момент нужно забирать, конечно, хозяев. ТЦ Андреев на подаче. Ну, здесь есть очко Денис Литвинов из своей любимой точки. Ставит точку в этой партии, да, 25-22. Первой партии еще пока что-то нет смысла что-то анализировать. Литвинов по диагонали со второй зоны в линию кладет мяч. Ну, в диагональном Новы, да. Вот она, та самая фирменная. Фирменная скидка от Артипа Тасанжа. Это то, что умеет делать. Да, про Сергея Рохина я сказал, не входил. Савелий Поздняков тоже в запасе. Доигровщик. Хозяев с подопец. Забивает 7-5. Брейковый мяч у «Нефтяника». Закрыл Илью с подопца. Падает мяч на сторону «Нефтяника» после атаки Зимченко. Снова очко на блоке. Сегодня хорош новокубинский блок. Андреев. Посвист трибун подает. Доводка от Антонова. И первым темпом Щербаков. Короткая, быстрая передача. Щербаков добивает до пола. Отлично Пурин принял, хотя было сложно в падении, Антонов не забил. А Литвинов против одиночного блока Макаренко. Касание было, да, очко у Новой, 11-11. Там ведь уже Егор не появлялся на площадке, а вот Литвинов с нее не уходит. Он просто состав основной диагональный. Больше Виталий Папазов снова получил травму. Это, ну, даже за экватор уже перевалил, можно сказать, третий сет. В этот раз, да, вот хорошая. Первый темп от Андреева. 16-16. Ну, вот смотрите, продолжаются рокировки либера. Драгунов, Еремин. Самойленко. Первый темп снова. 17-17. От троса смягчил трос, и будет полноценная атака у «Нефтяника». На чистой сетке, по сути, Макаренко сейчас играл, забил. Да, один из лучших блокирующих — Алексей Самойленко. Высоченный волейболист, 209 сантиметров. Рост здесь, классная скидка. 20-22. Антонов, доводка хорошая. Тасанж, короткая передача, Щербаков, первый темп. 22-24, один сет был отыгран. Повтори, Жажди. Затруднил, очень сильно затруднил. И будет атака у Новой. И забивает Максим Пурин, 24-24. В отчаянии Роман Жось прыгал рыбкой, но не поднял этот мяч, не успел. Буквально 24-24, три сальбола. Тасанж продолжает подавать. Максименко справляется. И еще один блок. И снова Зимченко. Это Щербаков. Щербаков с Куриным. Михаил. Вот это да. Вот это опыт. Просто космос. 26-24. Забирают все от хозяева. Ну, а вы знаете, что, да, строитель Минский покинул. Но это важнейшие очки, да, но опять-таки он пасующий. А у него немножко другая функция — раздавать качественные передачи. Я считаю, что Арджи в целом справляется. Здесь не успели Пурин с Щербаковым закрыть, как вот эта связочка, собственно, принесла победу. А Нови в третьей партии, вы помните, да, они набрали два важнейших очка. 15-10. Макаренко подает. Пурин справился. Литвинов не добил до пола. Жось играет на Панова. Будет доигровка у Нова. Ну как же так?
хороший, да, извиняется БК. Это Зинченко, да, но вот в заявке на игру у меня, к сожалению, составов нету. Забыли принести. Потому что программки нет пятого номера, но это, видимо... Ой, прошу прощения, да-да-да. Прошу прощения, как нет пятого номера, все должно быть. Да, сейчас мы найдем. Ну, а Максименко... Это один из тех шести волейболистов, которые остались с прошлого сезона. Рахманов, Рахматуллин, Андреевка. Тасанши. Короткий передач на Родина. Первый темп забивает Сергей. Молодец. Нужно почувствовать уверенность. Да, не так много игрового времени он получает. Макаренко. Скидка Тасанши. К ней были готовы. Это Панов. Все прочитал в этом эпизоде. Пурин, тройной блок, есть доигровка у гостей. Спадомец ставит точку, 25-18. 2-2 по партии. Вот такой у нас матч получается. Жость находит Спадомца, скидка поднимает. Максим Шпилев появился. И Литвинов! В игре. Оставляет мяч в игре гости. Тасанш за голову на Литвинова. И тот хочет, как ни старался, да, спасти очко для своей команды. Либеро Максим Максименко. Он потрясающе сыграл. Антонов такой накатик. Есть завод от Максименко. Андреева закрывает. Владимир Съемщиков 3-0. Вовремя перенес руки. Ну, у Моисеева такой ярко-желтый, да, у Максименко... Зеленый там. Макаренко забивает. Да, Съемщиков чуть-чуть не достал. Мяч коснулся Кипола. 2-5. Андреев на подаче. Плюс 3 у Новы. Шпилев на катик. Есть доводка. И завершать будет Макаренко. После хорошей передачи Жося. 5-7. Нефтяник пока сильно не отстает. Моисеев меняет Максименко. Нужна помощь вот этих людей, которые пришли сегодня на волейбол в Самару, в Телл-арену, поболеть за нового. Сильно подает Антонов. Сиденко не обманывает. Тройной блок. И Жось здесь на Сиденко. И снова блок. Новый играет. За спину скидка. Должны поднимать новокуйбышевцы. Да. Удобную передачу. Тасанш короткую делает. И Максим Шпилев. 11-11. Извините, эмоции захлестывают. Но такой сложный мяч. Сложнейший мяч. Антонов принимает. Тасанш пас. Вылетал с задней линии Литвинов. Завис в воздухе и погнал мяч в пол. 12-12. Следующий матч Нефтяник проведет. Матч 12-го тура 25 декабря. Тасанш находит Шпилева. Максим не подвел. Максим не подвел. Молодец. Просто красавчик. И Шпилев вводит мяч в игру. Накат. Макаренко неуверенно принимает. И будет он завершать. Двойной блок! Двойной блок! Щербаков и Литвинов. 16-14. Нова выигрывает тайбрейк. Вот это да! 3-2! Игру для вас я комментировал, как всегда, Андрей Попов. Услышимся на следующих матчах. Болейте за любимые команды, поддерживайте их. Я прощаюсь с вами. Пока.